На пропавшем у «Титаника» батискафе закончился кислород. 4 дня спасатели искали аппарат с 5 людьми внутри, из них 2 миллиардера. Эксперты уверены, все они погибли еще в первый день. Тем временем все обсуждают самодельный батискаф. Управление на геймпаде, иллюминатор в туалете, все сидят на полу. Непонятно, успели ли пассажиры увидеть «Титаник». Все-таки билет стоил 250 тысяч долларов.